Роман, у тебя нет номера? Смотри, смотри. Ёбаный в рот! Ой, Серёж, какой ты умница! Что делаешь? Я? Да. Йо! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это кто-то бантика. Сидели в машине. Ух ты!
хуя-то смотри, что ебать. Виновата, а сучка. Солдат во время службы становится наркоманами и алкоголиками. Треть украинских силовиков поступает в психиатрические отделения, которые зачастую приводят к суициду. Сергей Голобов, Вести ФМ. Сука, куда ты жмешься, ебаный дихлофос, блядь? Заебись, блядь, молодцы, сука. Ну хули ты полдороги-то перегородил, ёб твою мать? Дебил, блядь. Запиши номер, у меня за... Таня! А что если я не справилась? Скорую, 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 звони! Блядь, ну ёбаный в рот, нахуй! Куда-то вылез вам нафиг! Знаю. Уйди с дороги! Я не могу! Смотрите в фильме «Ёлки лохматые» в кино. С 29 января. Для детей старше 6.